внимание, да? Начинаем официальную церемонию открытия King-Kong Creep Challenge 2019 в Санкт-Петербурге. Значит, этот турнир проводится уже 7-й раз. Это международные соревнования, и это российская площадка, единственная в России. Поэтому вы сборная России. Вы противостоите всему миру. Значит, 11 площадок США, 4 площадки в Канаде, 2 в Финляндии, Норвегия, Австрия, Великобритания, Италия, Арабские, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия. 300 человек по всему миру сегодня начнут соревноваться за призы. За горилл. Но вы все видели, что это такое. Вот. В рамках нашей площадки также будут призы, но об этом чуть позже. Вот. Я получил от Эрика Русина, и Эндрю Панке, производитель крашера, официальное приветствие для участников в Санкт-Петербурге. И позвольте мне его сейчас зачитать. Сначала я зачитаю по-английски, а потом сделаю перевод. Итак. Hello, Russian Grip Sport athletes. As founders of the International King Kong Grip Challenge, Andrew Panke and Eric Rusin would like to welcome you to the 7th edition of the biggest multi-venue grip sport contest on the planet. Today, you will be competing not only with athletes in St. Petersburg, but with athletes all around the world in a dozen countries spread over 4 continents. We fully expect to break the world record for the largest number of competitors in a grip contest. And record weights are all about guaranteed to be lifted. Thank you for joining us in this young but quickly growing strength sport. We wish you all good luck and that you perform the best of your abilities. Have a great day. Дорогие российские участники соревнования, как основатели международного турнира King Kong Grip Challenge Эндрю Панке и Эрик Русин, мы хотели бы приветствовать вас на 7-м турнире, который проходит по всему миру. Сегодня вы будете соревноваться с атлетами не только в Санкт-Петербурге, но также на 12 из других 12 стран и 4 континентов. США, Америка, Европа, Азия и Австралия. Мы ожидаем, что будут побиты мировые рекорды. Мы также ждем, что будут подняты большие веса. Спасибо, что вы присоединились к нашему молодому и растущему силовому спорту. Мы желаем вам всем удачи и что вы сможете показать свои максимальные возможности. Наслаждайтесь этим моментом и живите полной жизнью. Круто! Значит, мы серьезный турнир. И мы здесь собрались не просто для того, чтобы хорошо провести время. Значит, у нас есть спонсоры. Начну с крупных форм. Значит, 3 победителя на этой площадке. Абсолютный зачет, без весовых категорий, без пола возраста, просто 3 победителя. Каждый из них получит набор спортивного питания. Это компания Level Up. Это компания, которая позволяет поднять ваши возможности на новый уровень. Это протеин, это Кепастрон и это Vita Energy. Да? Соответственно, чтобы к следующему кинг-конгу вы стали лучше, больше и сильнее. Дальше. Переходим к ароматным призам. Компания «Два кофейных маньяка» готовила для также 3 победителей такие классные наборы. Это кофе, кофе и чай. Кофе в зернах, чай называется «Мужской чай для бани». Ну, я думаю, что женщины тоже оценят, потому что у женщин есть мужчины, поэтому вот. А для остальных участников вот такая... Такой набор, кофе из Гватемалы, Union Continental. Совершенно великолепная вещь. То есть перед каждой тренировкой я пью кофе, и поэтому много поднимаю. Ну и наконец, о главном. Как любой серьезный турнир, он не обходится без денег. Попрошу выйти
Money Girl. Денеги на стол. На бочку. На бочку. Итак, за третье место на турнире денежный приз 2000 рублей. За второе место на турнире на площадке Санкт-Петербурга 3000 рублей. И, наконец, первое место 5000. Они станут ваши после окончания сегодняшнего турнира. Попрошу сохранить до конца турнира. Итак, официальная часть закончена. Теперь вы понимаете, на что мы сегодня будем биться. Да, значит, давайте проведем этот день с большим удовольствием, в дружеской атмосфере. Поставим максимальные результаты, побьем личные рекорды и покажем всему миру, что Россия – сильная страна. Россия – вперед!